А вот кому действительно не повезло, так это жителям 5-го микрорайона Лесосибирска. Люди жалуются на то, что из-под крана течет грязная коричневая вода. В качестве доказательства они выкладывают фотографии и видео в интернет. Горожане с возмущением пишут, что за такую воду платить отказываются, а образцы намерены отправить на исследование, чтобы в конце концов сделать перерасчет. Ну а некоторые лесосибирцы относятся к проблеме с юмором и записывают шуточные ролики для соцсетей. Хорошо живется, когда... Американо, пожалуйста. О,